Добро пожаловать на остров Монтиникус. Продолжаем проходить игру Killing Time. В прошлой серии я тут воевал в этих катакомбах. Вообще, насколько я понял, там в конце у нас была дверь. И для нее нужен ключ. Ключ, который мы должны, по идее, вот найти где-нибудь. Так, в общем, у нас по планам что? По планам у нас сейчас есть три пути. Мы можем пойти. Тихо. Мы, в общем, можем пойти, собственно говоря, на тот дом, который мы в прошлый. Да нахрен. Который, в общем, в прошлой серии там был. Который мы там видели в прошлой серии, в общем, на с разрушенным мостом. Она меня подранила, блин. Вот. И можем пойти. Значит, либо можем отправиться в сам особняк уже, попробовать там, или пойти в другую часть сада. Как-то так. Вот. В общем, я думаю, что, скорее всего, наверное, отправимся не к тому дому, отправимся, конечно, наверное, в особняк Конвей. Да, пойдем-ка мы сходим в особняк Конвей. Думаю, что сегодня мы будем там ползать. По крайней мере, зачистим какую-то его часть. Вот в том доме, который там был за разрушенным мостом, там, кстати, у нас находится один из сосудов. Вот. Мы потом как-нибудь за ним отправимся туда. Сегодня мы сейчас планируем все-таки посетить сам особняк. Нам сюда. Вот такой вот у них тут особняк. If you like to smoke, we must insist that you use the lounge in the west wing. But whatever you do, don't go traipsing around downstairs with a lit cigarette, or Mr. DeVries will have hysterics. Там про сигареты, в общем, было. Таких духов прямо до хрена, скажем так. Что у нас здесь? Здесь довольно-таки пустынно, надо сказать, да? Вот это у нас ключи тоже требуются. Закройся. Так, ладно. Хорошо. Я вообще хотел пойти вот сюда. Здесь у нас ничего нет. Такого уж полезного пока что нам. Поэтому я хотел пойти вот именно в эту сторону.
сейчас сохранимся. Да твою мать. Так, ладно. Просто здесь аккуратно, здесь нужно спешить. Здесь у нас за углом красная башка. Давай, исчезай. Так. Хорошо. Эти красные бошки, это самое пока что такое, что приносит боли. Что у нас здесь? Давай, давай, иди сюда. Блин, опять красная. Патроны-то кончаются. Опять красная, блин. Да, патроны-то у нас заканчиваются. Это у нас соточка теперь. Даже не думай. Ага. Так. Так, ну-ка. Ну, блин. Что-то повернулся, а? 9 патрон. За 8. Так, хорошо. Неплохо, неплохо. Закройся. Я на это не рассчитывал. Да твою мать! Я говорю, что в этом... вся сложность, они, зараза, тихие. Так, ну, по крайней мере, мы здесь все вычистили. Вот Тумиган взять пока. Только патроны, все. А, погоди, еще дверь. Да блин, да что ж так плохо у них сделано-то? Здесь огнемет и патрон, ладно. Здесь у нас ни хрена. Здесь у нас...
желтый пока оставим. А, ну здесь все понятно. Здесь мы уже возвращаемся обратно. Готов. Наши патруны сейчас не пришли. Угу. Да не застревай, придурок. Да откуда ты пришел-то, урод? Патроны кончились. Все, у меня что там, 4, да, этих? Да, 4. Да, толку-то, блин, с этого всего. Так, ну зато мы получили... Зато мы получили ту самую... Так, патронов у нас нихера, хотя 20 дробовика. Еще огнемет у нас есть, в принципе. Какая-то хрень у нас еще есть. Тут у нас больше ничего же нет, да? Мы же все собрали. Ну так-то да. Сейчас какие-то патрончики соберем здесь. И пойдем уже сохранимся. Лечилку я пока там хочу оставить. Так, пойдем сейчас на улицу. Сохраняемся. Да, бесит, блин. Что я хотел? А, я хотел сходить за патронами, да. Сейчас вот здесь вот сходим сюда за патронами. За последними. А
остатками наших патронов, которые у нас здесь есть. Так, все заполучили. И сейчас ходим там в другую сторону. Единственное, что я вот не понимаю, я вроде как подобрал же этот сосуд-то, который был белый. Он почему-то у меня здесь не отметился. Так. А, еще сейчас туда схожу за патронами. Где-то патроны оставлял. Или погоди, я все собрал. Я, наверное, до сохранения сюда пошел, ясно. В общем, зря сюда пошел. Возвращаемся сюда. И идем. Что у нас здесь патроны есть? Кто-нибудь дал. Можно как-то убить это облако? Можно. Что за нахрен? А, он вот отсюда пришел. Патронов опять нихера нет. Нажимаются? Нет. Видимо, опять это туча. Да как же вы бесите-то, а? Эти бошки то самое такое бесячее здесь. Еще, блин, этот стрейф нормально не может работать. Давайте идите уже сюда. Может, кто-нибудь из вас будет синяя сфера. Походу дело нихера. Что ты будешь делать-то? И ни у кого главное, что нету этой сферы. Так, ну все, у меня закончились. Так, ну ладно, хоть здесь есть хоть какие-то патроны, блин.
Сюда пока не идем. Вниз тоже как-то стремновато идти. Так, здесь мы уже все зачистили. Подстава. Захотели простой жизни, да? Все, у меня 5 патронов кончились, а? Огнемет довольно-таки хорошая вещь. О, а здесь патрон для огнемета. Тварь какая, блин, вот бесит. Ладно, по крайней мере, мы здесь какую-то часть зачистили. У нас, значит, что остается? У нас остается там дорога вниз. Сюда вот. И дорога вот сюда еще у нас остается. So the house never sleeps. At any one time you'll find someone in the ballroom. Так. Хорошо, допустим. Возвращаемся сейчас, наверное, на улицу, блин. Хватит здесь уже шляться по этому особняку. Пойдем подышим свежим воздухом. Так. Сейчас мы дозачистим помещение наше. Вот здесь вот, которое сюда. Сюда. Так, во-первых, угу. И зачистим сейчас еще. Так. Часы. Может, они что-нибудь открывают? Ладно.
curious thing. What do you suppose it means? Felicia, don't you know anything? It's for playing shuffleboard. Oh, I thought it was another one of Tessa's magic symbols. Well, a mathematician would call it magical. You see, each row, column, and diagonal adds up to 15. Byron, you can be such a bore sometimes. Четыре процента. Ну ладно, хоть здесь есть здоровье, по крайней мере, мы хоть немного, но поправили его. Что у нас здесь? One would never guess how old you really are. Why, thank you, Lydia. And you've managed to hide all trace of your late night carousing. I was out late, wasn't I? With the rest of the youth. Oh, listening to Duncan's stories, drinking from his starry eye. That's not all you were drinking from. I suppose you can't help it. You have inherited your father's penchant for alcohol. Please, leave Daddy out of it. I'm sorry. Poor darling. It was a tragic death. Did they ever manage to find the body? No. The current must have swept it away when his car went over the bridge. Why are you laughing? I just can't believe that he actually managed to wipe out an entire crew of racers as they rode down the Charles River. It must have been quite a sight. Dad never liked to drink alone. And your mother's reaction? Not a tear. She just up and joined the Women's Christian Temperance Union. Duncan wouldn't be in business if it weren't for them. Yes, well... He'd better hope she doesn't show up here with her prohibitionists. We'll just have to lock them up in the wine cellar. Так. Вот эта Лидия, это получается она... Подруга, что ли, этой? Блин, как же там открывается-то? Как же открывается вот эта хрень? Там ключ. Я пока не знаю, как он открывается. Так, ну, по крайней мере, первый этаж у нас зачистен. Вернее, чистый. Так. Что у нас дальше по нашим скромным планам? Там у нас дверь не открывается, у нас там требуется ключ. Можем, конечно, сходить наверх. This is as far as we could drag it, sir. It wouldn't fit through any of the upstairs doors. But Byron said it would fit. It's only 3 feet wide. I believe he said 3 cubits wide, sir. A cubit is roughly the length of your forearm. Fine. Then we'll open it right here. Very well. I'll summon Miss Conley. Oh, that won't be necessary, Robert. I want to surprise her. She specifically wanted to be present when the crate was opened. I thought I made myself clear. You're not the master of this house. Yet. But I'll change. Так, Дункан там что-то, видимо, привез, чтобы удивить Тесс Конвей. Ведь это же он, по идее, стащил часы. Там у нас тоже какой-то сад. Две комнатушки. Нам нужен ключ.
Тоже ключ такой же, как нам и требуется там. Miss Conway, I'm quite concerned about you. Why is that, Robert? Since your parents passed on, you've been taking up with a dark crowd. Though the parties and the merriment are only natural for a young lady. But your fascination with time and ancient things are quite irregular. And now that you're... Poor dear Robert. You miss our old life, don't you? It's not just that. But Tess, dear child, why do you associate with this DeVries character? He's not of your ilk. Duncan is my friend, Robert. He gets me things. It's exactly those things that worry me. He's building an arsenal in the storeroom. Please, Robert. I'm tired. And there are gangsters in the garden. Well, hand them some pruning shears. The hedge is atrocious. Ну, она сказала, что Дункан ее друг. Но он же не совсем друг. Он же там вроде как больше, чем друзья. Должен быть ключ. Так, сейчас сходим наверх сюда. Везде ключи, ключи, ключи требуются. Remarkable thing about it is that it doesn't look like a clock at all. It's almost feminine in form. Its wide middle echoing a woman's hips, and the two handles reaching up, suggesting arms reaching to heaven. The figurehead is clearly Thoth. This has to be it. I'm certain of it. Damn things, they're impossible to kill. It was an exceptionally large blatter orientalis, very thick carapace. I try roasting it on the end of a cigarette. Not bad. Кого они там убили, так и не понял. Новые враги. Тут неплохо подняли здоровье. А здесь у нас аж три дороги. Давай, иди, иди, иди сюда. Я пришел. Давайте уже. Неудачно-то получилось, да? Так, ну где-то там. Неплохо. Подняли здоровье. Патронов, правда, ни хера нету.
I'm but a humble servant, Mr. Xperi, but I have served you and Miss Conway since you were children. Yes, yes, Robert, go on. It is possible that your concern for Mr. DeVries may not be deserved. Why is that? I don't think Mr. DeVries has Miss Conway's best interest in mind. In fact, I think he's only interested in her money. Robert. Everyone is after Tessa's money. That's why she keeps us here. Ooh, ooh. Да, мне бы патроны. Мне бы, черт возьми, патроны. Патроны, кстати. Где-то этих жуков услышал. Это здесь жуки. Хорошо. Хорошо, блядь, какой-то музон делался, блин. Что за нахрен? Звук пропал. Так, где ты? Ну вот эту часть мы зачистили, в общем, получается. Так, теперь вот тут есть тоже комнатушки. Давай, ага, иди сюда. Давай, давай, давай. Ах ты дрянь. Наверняка еще вот есть таракан. Наверняка здесь еще те. Тараканы бесячие. Просто бесячие тараканы.
то мы здесь тоже вычистили эту часть. Так, у нас вот эта часть теперь еще есть. Ты здесь откуда пришла? Вот она здесь появилась-то. Тихо. Интересно. Так, патроны. Так, дробовик у меня кончился. Так, ну ладно. Тут немного, но патрон нам дали. Выходите, давайте. Где ты, сволочь? Ага, вот ты где. Тихо. Горите адским пламенем, ну. Давай, гори. Патронов нету. Давайте как-нибудь. Ну, друзья мои, давайте. Выходи сюда, блин. Так, ну все, вроде бы вот эти основные мы все зачистили. Так что сохраняемся сейчас.